Čaute dámy a páni, pri ďalšej epizódke z Rimetra Redux. Hádam, to už bude konečne ending. Aj keď si myslím, že neviem, aký koniec bude, keďže som tam robil šarapatu po celom bunkri a všade bordel. Ale môžete sa tešiť na skvelú epizódku, čiže nebudem vás spoilerovať, ale menšie ukážky hádam budú. Ak nebudú, tak tie môžete pozerať celý gameplay, pretože to bude dosť zaujímavé. Takže dosť bolo zbytečných mojho kecania a ideme do hry, hej. Poďte sa pozrieť do hry, alebo to bude však. Я нашел планы D6 и карту командного пункта, но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Я сам радистом раньше был. Ну, даже скончились мы тут, достались мы с этого бункера. Чего, хлопцы? Посадили меня, значит, следить за радистом. Но мы тогда еще надеялись... А где я к вам есть? Пучка нас здесь была кем покицать. Я этим бункером-то в первую очередь. Противника целился. Привет. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Никто же не думал, что... Тут только новейшая техника. В метро такого не найдешь. Окей, это мамы, файн. Кажется, дай мне волоке лапше еще вид лапше не. Окей, это без мы мали. А теперь бы то хотел увеличить демидж. Ну, может быть, нехай мы то-то. Терас мне дать то-то. Знал бы ты, как за это приходится платить. Кровью. Каш. Окей, то-то хцем. Ну, терас мне дай. Toto chcem a daj mi... OK. Dobre. A ešte toto mi daj. Jo, dobre. A daj mi toto, tože máme vylepšené zbranie, super! Dobre. Zbranie máme vylepšené. Nejaké ty kšeftiky, ja som ti čoral niečo, kámo, výbavička. Daj mi toto. No. Vidím, že máme všetko plné a môžeme sa pustiť ďalej. Daj mi toto. Chlapi, vy mi už asi nepovíte nič. A... No nepozeraj na mňa, otvor mi tie dvere. Kámo, sem chcem ísť. Čo máš? A ja mám také. Aha, ja musím ísť tam. Čau, kámo. No, a kde máme ísť? Ja by som si videl, jak Artyom vypadá. Či to sa nedozviem, alebo... Čau, chán, ty si mi pomohol. No, zdravstvuj, Artyom. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, Полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет. Каждый пожинает то, что посеял, Артём.
Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнения, я не люблю гранатов. Абсолютно. Никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. А где идешь? No tak, fajn, takže musíme za týmto asi, a mi volá čo poví, alebo mi nepoví. Uvidíme. No dávaj, kecaj. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Дров наколол. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Уж вас ничего не повишь? Добре, так, идем за ним, идем сопобавить, идем. Глада Транду, хан. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Як мислиш? Можеш зрихлити тим сходом? Або яко? Або угні! Ну, видиш то. Де йдемо? Кама, це тут було петрку забрати. Чао, хлопі, ми напів... Може, оке пекне слугатка? To sme splnili a teraz čo? Takže musíme zasiť za nimi, hej? Это подвалы старого храма. Файн. Темный тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в D6. Мы приближались к цели с каждой секунды. Если верить карте, в D6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли. Но и людьми перестали. Да, с мамой галушки. Видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Мамы галушки засы. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось? Артём! Эй, с радио, что творится? Прусы, Артём, отпаду. Чего там чека? Чтобы видеть небо, увидеть солнце, чтобы дышать. Артём! Иди вперед. Очнись, Артём. Ага, темный. Хуже тут маме, мама тут темный. Чао, хлопи. Артём! Артём! Очнись, Артём. Очнись. Слава богу. Он приходит в себя. Убери свет, ты его слепишь. Артём, все в порядке? Ты можешь встать на ноги? Что это было? Мы приближаемся.
Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Черт, у меня от этого места мурашки по коже. Ты как сказал, галушки вулаки. Борода. Проверь ворота. Ну да. Помей. Управление разнесем в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артем, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Вам тут что сам достал? Пламеневый? Рома пламеневый. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володь, найди схему первого блока. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. А я не могу есть, алебо яко. Что-то к нам приближается. Забей. А, было что иди. Ай, пламеневые. Смажьте са. Алло. Почему он тут? Последний выключатель. Оно приближается. Мимо, черт! Скорее, аномалия совсем рядом. Не ебся. Давай, давай! Или мы все трупы! Не ебся. Давай, тебя тут смажи. Давай, давай! Сука! Не заводится! Она не заводится! Давайте, ребята, мы должны вырваться отсюда! Выбрал, искричка, я за нами! Вау, это было честно. Получилось! Звладли сме то. Мы можем конечно выступить, алебо яко? Ну, конечно. Паза! Паза! Ты мне дашь ничто? Ладно, собрались. Впереди еще долгий путь. В Т6 сюда. Это еще что? Черт, темно, как мне дома. Лапчи, але видрче, я си тут мусим вилучить веци. Я тут не хочу мигать. Оооо. Так же Артем идет зас первый. Супер. Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. To jsem zvědavý, že mohli bychom se dostat do základní D6, takže uvidíme, jak to tam bude vypadat. Bude tam něco zaujímavé, alebo tam bude něco na flíku. Tak, my prorvались, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. А куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое... Перекурчик объявим. Такая нервная работа. Вы наведи. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела? Мне кажется, что мой след в истории будет больше похож на мокрое пятно. Лапти, але яко ничь против вам, але могли бы стить за рихлейший, чё вы на то? Я тут потребуем лутить веци. Это было что нормальное, але бо яко. А ты не мой. Тут кто-то совсем новый скелет обронил. Может, возьмем с собой? Ульман, хватит балагорить. Набой, малый, фасаха. Да, товарищ генералиссимус, так точно.
А вот и первое задание. Артём, ну-ка, пощелкай выключателями. А как нам, как высветлим, как это мам справить? Vysvetli mi, jak to mám spraviť, že prepni spínač. To je ako ty nemôžeš, alebo čo? Mhm. Artём, осмотри комнату, живо. No super, takže zás to ostáva na mne, lebo vy ste mantaví. Počkaj, ale jakú miestnosť, kterú miestnosť, hej? To je volade místnosť? Á, tu je místnosť. Čakaj, čo by som tu jako... mal... hľadať. Nevíš, čo by som tu mal hľadať? A nábojem som tu našol, dobre. Fajn. A toto, čo máme? Takže generátor v cajku. Generátor v cajku není. Keďže... aha! Už by to ako malo ísť, hej? Fajn. Ideme si stlačiť pačku. Отлично. Ты точно заслужил медаль. Но медаль за то, что спустил он и... не, я не пойду. Там А темно и Б страшно. Срал Будко. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение. Сразу мы вола ковела с брони, а Лен нам измизла. И я в нее вляпался. Так, ну, это счастье. Нет, это дурная примета. Если тут есть помех, значит его кто-то метнул. Боже, вон, вон! Лапти, мать, забаву? Что маш? Не суйтесь в пекло. За мной. Товарищ полковник, не могу сражаться в такой рабочей обстановке. Вот тут воняет так, что уже нюх отбило. Но. Супер. Это от твоих шуток. Камо, этот звук сам не любит. Але уже вообще сам этот звук не любит, что там есть. Chlapci, vy sa poradite, ja potrebujem volať, čo zistiť. Kámo, tak strieľaj! А дост. А дост. Дважды не умирать. За родину, за смерть от старости. Не дрейф, прорвемся. Камо, ты раскудете. Это все эти они худов. Слева, давай гаси.
Teraz budeš, kámo. To bola režba. My ich udelali. Надо же. No dobre, ale stelo by to ne. Náboje, pretože už ich nemám veľa. Prečo to zvržiť, ak to pustí? Pojďte, jaký žusák. Artyom, vstávaj. Ježíš. Борис положил. Степан, оставь его. Поздно. Нам пора. Ублюдки косорылые. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. Проклятые твари. Куда, Борис? Впереди насосная станция и резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минуток. Покажи класс. Еще секундочку. Вот у вас что, еще покукать, забрать, алебо... Зишли бы сами на бое. Готово. Открыто. Надеть противогаз. Takže plynové masky budeme potrebovať, hej? Na čo čakáte? Však poďte, ne? Ульма, проверь. Pekne. Som zebral do plameňometu, konečne sa mi to zejde. Počkaj, ale kde? Chlapi, za mnou. Ja vás povedem. Neodzejte sa, áno, neodzejte sa. Čaká, prečo si skočil do tej brečky? Takže tady to, našli sme tunel, ale... Samozrejme, ďalšie dvere. Tak nič. Kde je prechod? A všetci idú po mne. Prečo idú všetci po mne? Kámo, lež ti nabiješ. To trvá. Koľko vás tu ešte je? Pozri.
Там он, там у него на выбушнил. Ой, не заслуживай. Так, але каде? Нам нужно убираться отсюда. Ага, takže najprv tu musí být bordel a potom můžeme jít k tým dverám, hej? No, takže díky moc. Вот она. Эта дверь ведет в D6. Мы на месте? Похоже на... Отвор то. Сожри меня, упырь. Она закрыта. Что-то я не удивлен. А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Артём, осмотри комнату, живо. Як уместно засе. Aha, s tým musím podlézť. Super. A sakra. A zase som v tom sám. Artём, s tebou všetko v poriadku? Odlično. My popróbujem do teba dobrať sa. A ty tože poiši východ. Udáči! Uj. Kámo, tu sú voľakí hnusáci. Je, počkaj, to sú tí, čo sa boja, oné svetla. Aha, takže tak to budeme mať. Fáň, takže tu zapaluješ v ruke. A budeme ho potrebovať. Uj, ty si aký hnusný, ideme preč. A máme tu vola čo alebo jako? A počkaj, ten tam sa svíti, tam musím ísť asi. No, takže. Dáme to znova. No, ale nemám moc výzbroje teda. Nemám. Čo sa mi akože nepáči. Vidíš to, že to ide bez toho, aby si znovu dolámal. Tak ale...
No takže táto zbraň mi je na figu. Toto neviem, jak sa ovláda. Ale už. Fuj, hnusný škorpióni. Neznášam vás. Tady to nie je. Že by sem? Aj, tuto. Uuuu, kde to som? Sama dzúra tam jako skočiť nechcem. Ale ja by som nájsť niečo dobré na konci tunela, nie? Alebo, že by som sa nejak mýlil. Počkaj, tady asi musím ísť dole. No tak ideme tady dole. Počkaj, ale by som chcel... Nabijeme si baterečku. Pretože baterečka nám bude treba teraz. Ukáž, mám tu niečo, alebo sa tu len tak, že... Dal šprajt s ním a... Á, máme. Ale jak použijem toto? Tak to bude ešte zaujímavé. Vôbec netuším, jak to použiť. Nová poznámka. Momentálne nové poznámky ma nezaujímajú. Viem, že môžu ovplyvniť príbeh, ale tak momentálne ideme za príbehom a zistujeme všetko sami, čo sa stane. Kam na to, aby som našiel východ, je to dosť komplikované, tieto prechody. Tak, vynikajú smutno, ale... Nevidím tu nič, čo by som mohol použiť. Kámo, aby som tu trapil tú onú kľuku, či čo to bolo? Uh-oh. Bola čo hnusné som očul. A to nie je. Artём! Sюда! No že vám to trvalo, chlapci? Живой всё-таки. Степана убили. Стёпу. Дьявол! Тише, тише! Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идёт оттуда. Niečo sa blíži, čo sa blíži? Što za... Vlak. Električka. Ja za ňou povoziť. Это ещё что? Похоже на автоматизированную систему. Čo, keca, sada, ideme sa voziť. Ja sa s ňou povozí, poďte si sa, ideme sa voziť. Uuuu.
А ты раз я кочо? Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. No, došel jsem hodně na boj. No nevadí, chlapci, čo, jste nutrý, alebo jako? Můžeme se jít zvozit? Sledující zastávka, komandní centr. Nevidím. A? Fajn. Neužili my našli vchod v legendární bunker? Já nikak... Не мог в это поверить. Но сколько человек отдали свои жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Идем на влачику. Он бы влачик, каш. Как ты выпадал взаду? Камозы по воде. Я на фут плиновую маску, еще саму не дал доле. Уйки, такой гнусный плин. Так, а что там увидим? Мы там не видим ничего. Идем вон. Пама, что тут ничего нет? Останется волака. Электрички. А, гнусные звуки. Ale já nemám žádné náboje, daj mi náboje voláky. Управление должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артём со мной. Есть, товарищ главный командир. Йокамо. Коксоли, як то тут файн випада. Це мені нормально пачі ця гра. Вот, камо, не можеш зрихлейші. Не он зейста, не он зейса. Очка, де си йшов? Але. Знаешь, так я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. Ну, идите за пределы кама. Так, але угни. Так. Тут наверху должны быть воздушные фильтры. На экстренные случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает. Кам, так поть. Либо рыхлочи, просим тебя. Угни. А, завода. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Кама, тебе за то лаку повезет, вылез на тону. Ну, вы это мало фунгует. Не фунгует это? Ukáž, čo máme za dvermi čísla. Dočkaj, a ja ste vidieť, čo je toto. Ja tam sa zase nedostanem. Musím ísť sem. Artём! Tam должны быть 4 стартера! Všetky 4 kryty. No dobre, tak všetky 4 kryty.
Máme tretí a ešte jeden. No, sú otvorené, čo teraz? Prvé. Áno, už idem, nekryť po mne. Tak. Vyzíme, poď zpátky. Slušaj moju komandu. Все na platformu. Pytajte zapustiť systému. A? Давай, пуск. Ничего не выходит. Скоро он заскидал. Давай же, еще раз. Безнадёга. Проклятие! Для меня уже там мусим и снова. Прямо как в старом добром кино. Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артём, уходим. Хватит играть с аппаратурой. О, припадь, припадь, я знаю, что тебе помогут. Я тут там до того вобец, до того вобец хитил каму. Сорат за то, оно сорач. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Легендарна základňa D6. Máme tu raketové one. Je, počkaj, my sme vlastne tie... A nie, že tu sú tie električky, aké raketové one. Ja je zorač, vy ste čakali na mňa. Так, але у ней, я затем посмотреть. Вау. Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Миллер, дохня, пани, воляки, шельяки. Козмелен, трая? Asi to tak vyzíra. Ульман, налево. Профессор направо. Артём, прикрываешь меня. Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём! Чё я за... Я ты могу утварать? Почекай, а где идем? А? Ну что если... А чё я котерос? Ну видим, что то идея. Čo je, som zase kde? Je aj toto majané, čo to bolo? Kámo. Vážne naložená hra, ale mohol by som tu už konečne volačo nájsť. Tu není. A já nevím, jak použít ten plamenovač. Drži dveř. Vladimír, to je tvoje téma. Co ti nutno? Dej-ka seobražu. Instrukce A124, třetí stranice. Panel DS22. Ach, da, vod že ona. Železná paměť, Vlad. Já vždy říkal, že od armie musí být nějaká польза. Ne, ne zřejmě, já učil se vše to jehnění v armii. Zarobotala! Ай да оборудование. Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый. Уничтожен. Второй. Небоеспособен. Третий.
Четвертый, пятый, восьмой, десятый. Да быть этого не может. Води сами-то волочо. Вот один есть. Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. А тут там по идее, Артём. Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артём, Ульман, за мной. Даже идем до спадного патрончи, посходи, а до приземячи. Чё бы там мало як убить? Камыш раз до меня джугнеешь. Проклятие! Где чё-то то? Проклятие! Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артёма. Ну, удачи всем! Ну да, идем на спутник. А это выпадаваешь, добрый? Да оно теперь повсюду растеклось. Что за мерзость? Где идем? Это тыкается в тыдью, не в эти. Лифт-то здесь. Да дверь заперта. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. Потихучки. Але ты они не зничишь. Идите ко мне, друзья. Давай сюда. Ну, добре, так же так то. Мусиш утекать? А че утекать то не буде? Але ну так! Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. А вот и питомцы сухумского обезьянника. Идите ко мне, друзья.
А? Видим, Волачо, видим. А, это можно изничить. Давай, давай сюда. Але но. Воу. Чекай, где мой момент? Да, тут дола не видим. Ага. Ага, вот он. Надеюсь, он еще работает. Это был Ульман, я же волок говорил эту. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Ну что, идем дальше, або яко? Товарищ полковник, ага, так идем. Сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Ой, то чё я? Який гнус. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут ещё и газ. Нас так надолго не хватит. Каунт, ты який гнус. Смерть уродом. Бавиться. Можешь поверить, я тут уже всякого дерьма навидался. Но это... Слов нет. К лестнице, без дураков. Оно опаснее, чем кажется. Странно говорить, но мне жутко. Как ты порадочку уже, мастрах? То сани бои. Артём, давай ко мне. Заврати, заврати. Где ж у него кнопка? А. Кто бы сомневался, товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. А, чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Ты кокса тут всякий гнусаций. Что Ау. За дьявольщина? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Уйки. Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артём, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Ты дуй туда, я отвлеку эту тварь. Но сейчас или никогда.
Ну, файн, так же, чему нас править? Не запомнить, а то. Мамис, где? Где-то горе мусим есть. Ау! Как все стрибозно зазребрить? Пане Боже, Артём. Ага, а тут все мусим сам. Зона досажена. Ай, молодец, плывание. Извлечение стержня. Есть половина мощности. А, помни флюса? А что ты помни флюса? Достигнута контактная зона. Тагалы! Кто-то сонзведовый. Внимание, извлечение стержня. Три четверти, Лукиска, ну еще капельку. Ну ясно, хоть бы не плыл, але помню оно. Ты коксо. Контактная зона. Внимание, извлечение стержня. Так, пробьял в стране тычек. Да бегло. Сейчас, ребята, минуту. Чё? А где мам есть? Jak mám jít do toho perčák, nic nevidím. Čekaj. Aha, tak je to jednoduché. A preč. Где сам? Будь оно неладно. Лифты мы прощелкали. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть еще... Ты нам же приведел? Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Кому? А где? Где еще? Ты не мыслишь вообще с того камо? Ну так. A to som teraz spravil, a on išiel kde?
Где еще? Я цем слетел, я тебя можем гладать. Тут ты не утонула си нам удешел каму. Что мы тут делать, а мне цем? Этот лифт вас прямо на станцию поднимет. У нас тут все под контролем, пока вроде все пашет. Возвращайтесь в точку старта. Ульман ждет вас там с подарочком. Так же Руман уже нас там чака. Выборы. Ты только оглядись, Артём. Это же наше наследие и наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу. Мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем. Снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес. А в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Даже за стимами за пределом, эй. Скажите, товарищ полковник, а кто сильнее, вы или Супермен? Гори в аду со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живет там внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. Ну, супер. Я же зазе заползим на влачику. Але я бы сам потребовал напой. Чего надо забрать? Я наводятый систем. Добрый каму. Так, а чё, идем, алебо яко? Алебо ты мам на тебя чакать. А тут-то сам мог забрать, А я сам можно помотать по влачику. По нечести, каму. Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом со Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Как добрались, товарищ полковник? За шум. Слышите? Какого черта? Что? Круг, быстро! Оу! Наши призраки! Спокойно! Jak sprawić toto? Demony! Demoni! Jaki demoni? No wola, ako za nam to tu zlita moc, to za mi łobiec, ale że łobiec nie patrzy. Dajcie na to tu bić puste. Jeden chlapik, čau! Co za to tu dzieje, vlastne? Nie chápem.
С тобой все в порядке? Демоны их рассеяли. Надо прорваться к башне. Это наш шанс. Домой. Останавливайся не на секунду. Слева. Они слева. Теперь справа. Держать, друг. Ну давай же! Камо, там был только набой. Переключи. Дети! Tak ale Ivaj, alebo však čo? Kde sa dielujete? Kámo, nie, ja nie, bože, toľko municii, škoda municii. To si dobrú cestu vybral do oného. Do bunkra, či kde to ideme? Tak ideš, nejdeš, alebo ako? Забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Не разновидя? Вау! Давай, давай, упырья жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. А это не бодрый Юрий? Не видим. А ты мами. Ты раз идем я горе, або доле? Ау! Так то болело. А велице то болело. Вау! Який вигляд! Эй, Артём! С тобой все в порядке? Фантастика! Ульман! Ульман, как слышите? Мы на башне. Цель открыта за облаками. Мы поднимаемся. Прием.
Ладно, Артём. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Артём, нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Демоны! Прячься! Ну так, ну так, блин. А, тим то не мим робить. Оно улетело! Найди способ сюда забраться! Так я вам гладал способ, а ты себя там как достал? Же найди способ, найди способ. Так. Кому тут яке блюдиско замкнуте? Да я не достанем. Я вам ключ. Целая обез, я так же. Там рядом есть лестница. Давай наверх. Очка, мусим засховать, лабу гента голубица не дал покой. Боже, таде то. Teraz se překračíme, schováme, aby ma holubica neviděla. Neopová sa až duba dole. Молодцом! Туси! Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. Ау! На связи, Мельник, Стреляй, Артем! Артем, Мельник, Артем! Камон, да что ты-то? Вот черт! Ульман, как вы слышите? Меня ранили. Будете на связи, Артём. Прием. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. А, допердели. To je bílá. Paradička. No, takže musíme jít co nejvyšší, hej? Takže tady to není. Tam nejedem, tam padnem dole. Ale čo keby to išlo? Tady to? Nie. Kam, ale ten výhľad. A ako, kde mám ísť? Aha, tady je to. Aha. I tady to se tam nedostá. Kde mám jíst teda? Že by cestu šachtu?
Ты падаешь долой. Не падай. Не падай. Не падай. Не падай. Вилки. Не падай. Не падай. Ще відриш. Буди скоро там. Ааа, файн. Дали сме те, думали за те уложила. А що за те уложила? А, сходи, паса. А, ми горе. Он здесь. Он несет смерть. Приноси смерть. Вау, кучка дедем. Костричка. А мы стадим то горе? А сияй? Коксо, як это еще високо? Ау. Rýchle máš kadečko, dúfam, že nepadnilo, dúfam, že nepadnilo. A tu ešte lak. Kámo, tak na túto vec by som nelezol ani náhodou. Poprejem, poprejem. Ťahaj. Ťahaj. Tu si skôr tam, Arčov, ja ti verím. Ja ti verím, že to dáš. Ty koksa, ešte som není hore. A čili ako... A teraz čo? O, rebrík. Ďalšia halus. Ďalšia halus. Artём, príjom, slyšite? Á, už sme konečne hore. Po toľkých útrapách. Parada! Oho. Wow. Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем.
Ага, уже нас еще треба справить. Počkaj si. A tu mi to uložilo, konečne. Kde som? Kam, on má halúze, vážne halúze má. Jakože vážne, už lepší hlavolám nemohli dať. Na začátku, či na konec hry. Uf, ani náhodou, kámo. Ani náhodou. Počka, ma nemůže chytit. Aha. Dej se, já se nevzdám. No tak, Artём, no tak. Vstávaj. Poď, Artём, poď. On prišiel istýbiť nás. Zdávaj sa. Nie! A? Že by? Se to chová nepřátelský, zabij to. Však hľadom mi to voné, aby som potom strílal a však ja strílam a nič mu to nerobí. Wow. Wow.
Захват цели завершен. Артём, вылетело! Принимайте посылочку! Какой-то мудрец сказал: «Тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом – метро. И мы победили». Takže, dámy a páni, máme toto finálny ending z hry Metra 2033 Redux. Môžem povedať, že to bola naložená hra, pretože som sa zamiloval do série hier Metro. Už som odohral Metro Last Light a Metro Redux. Dúfam, že sa mi podarí odohrať si Metro Exodus a Metro 2033. Čiže budem sa na to tešiť. Takže, celú sériu hry Metro 2033 Redux máme za sebou a môžete sa tešiť na ďalšie herné série, čiže lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri ďalšej hernej sérii. Čau!